Вот отец мой так жил. Он имел 4 коровы дольных, 5-6 лошадей запрягалось у него. Да жеребец стоял в конюшне, страшно глядеть. Да 2-3 подростка жеребят ходят. Да 4 коровы даятся, да может 3-4 подростка, и всех кормил. Теперь что работать? Поедут 10 часов до 11 на пашню, да в 2 часа все домой едут. А мы уезжали с темного и приезжали ночью. Да беды тогда это за советской властью. Мясо у нас, катки стояли за лето засоленые. Хлеба у нас конца края не было. Никто нас не задевал, никто не шевелил. Как пришла советская власть, и начали рвать, и начали щипать. И оборвали всех. Ой, сгорела бы эта власть огнем пылом.